Привет, леди и джентльмены! Я расскажу вам, как правильно рисовать крипипасту. Начнем с основ. Это важно, конечно, на моем примере. Чем проще поза, тем лучше. Без фона. Чем кавайнее рожа, тем лучше. Руки только по швам, никак иначе. Без ножа меня вообще не узнать. Даже если вы умеете рисовать героя в разных позах и хотите сделать интересно, так делать нельзя. Стопудово у вас спросят: а почему он так сидит? Он гей? Или скажут: он точно упоролся. Или алкоголик хренов. Забудьте нахрен про фон. Что поделать. На хорошие комментарии даже не надейтесь. Вот, ты художник. Убил кучу времени на детали и прорисовку фона. Получилось интересно. Ха! Тебе точно скажут: баян. Или пошел нахуй из моего двора. Или другой тупизм. Природу тоже не похвалят. Любое дерево или куст вызывает вопрос: а это там конопля растет? Разницы между листьями березы и коноплей никто не видит. Не выпендривайся и не грузи народ своим творчеством. Рисуй без фона, а то тебя мало кто поймет. Впрочем, в комментариях к твоему рисунку по-любому устроят бессмысленный срач. Хотя знаешь, не парься. Go to f***. Слендер, зачем ты подарил это ему? Ты ненавидишь нас? Это ужасно. Ты обещаешь быть хорошим? Да, может быть. Убирайтесь отсюда! Джеффи! Милашка! Джеффи! Джеффи! Ты прелесть! Джеффи! Я люблю тебя! Джеффи, прими платьице! Я люблю тебя! Сколько красивых девушек, и все не ко мне! Безобразие! Не уходи! Привет! Привет! Как ты? Я не кукла и не плюшевый медведь, чтобы меня наряжали и обнимали! Бантики, заколки, надоели все! Слендер, неси ножницы! Слэнди, стой! У тебя совсем нет эстетического вкуса! Спасибо! Утро! Эй, маски! Эй, маски! Эй, маски! На работе? Эй, маски! Эй, маски! Эй, маски! Вечер? Эй, маски! Эй, маски! Эй, маски! 7 дней в неделю! 12 часов в день. Прекрати. Не. О, черт! Следующее утро. И ночь. 4 дня спустя. Маски, пожалуйста, перестань пугать меня. Ты понимаешь? У меня бесконечное терпение.